Всем привет, ребята! И сегодня у нас снова ПВЗ 2. Да, не удивляйтесь. Витко, а куда это мы сегодня пойдем? Не знаю пока что первобытности нарешек. Я вот думаю, кого из вас взять в уровень. Но мне кажется, что это лучше решить в самом уровне. Ты так думаешь, лазерный Бобик? Да. Ну что ж, ладно. Пойдем проверим, что у нас там за уровни. Пойдем в какой-нибудь такой мир, чтобы необычный. Именно хочется необычного что-то. Так, тут у нас скоро зомбосс. Мы его пока не будем трогать. Идем в современный день. Угу, 6-й уровень, неплохо. Сейчас попробуем его пройти и получим пенатку. Окей, нужно выработать 4000 солнышек, при том, что у нас здесь волшебник, у нас здесь палаточник и у нас здесь газетчик. Остальные все меня не беспокоят. Погнали. Этот уровень должен быть очень легким. Так, сначала мы выставляем. Блин, я забыл одно наше маленькое преимущество. Какое преимущество, Витго? Я уже тут стою и никого не нахожу. Я забыл нашу новую солнечную мяту, которую мы получили в празднике урожая. Помните растение? Смутно припоминаю, Витко, а ты поставь кого-нибудь другого. Я вот даже не знаю, кого выставлять. В принципе, зомби пока что слабенькие, а значит и делать с ними нечего. Так, поставим ведьмочку. Я тебе понравилась, да, Витко? Так и скажи. Ведьмочка, ты мне очень понравилась. Опа. Да! Отлично! Светильник Джека прекрасно справляется с газетчиками. Светильник Джека, да ты просто супер. А теперь вот так вот. Хоба! И загипнотизировали, но не тех. К сожалению, так светильник Джека. Атакуй по всем. Пш, пш, бум. Не волнуйся, так Витко. Пш, пш, бум. Пш, пш, бум. А шут проходит на первой линии. Это всем видно. Я тоже, по ходу дела, стал каким-то. Я не могу выставить растение, потому что он жрет щит лунного цветочка. Лунный цветочек, тебе как, нормально? Тебя как бы там уже подъедают. А со мной все в порядке, пока Вику. Ой, а что это за маленький зомби? Какой смешной. Смешно не смешно, а он тебя ест. Слушай, лунный цветок, да ты очень прочный. Последняя волна, как? Как вы смели? Блинский, блин, надо бы заколдовать кого-нибудь. Да, молодец. Вот теперь ты мне нравишься, ведьмочка. Вот теперь ты работаешь на меня. Как это на меня? Мне это не нравится, Винго. В смысле на тебя это я работаю? Эй. Так, стоямба. Что началось? Что за проблемы? Так. А вот теперь мы проиграли. Потому что единственное зомби, который у нас остался, это вот. Но мы его, конечно же, задержим, а поднакопим солнышки. Потому что этот уровень был максимально нечестным. Чё за баг? Я солнышки не могу... Либо это баг, либо это у меня что-то с мышкой. Оба-на, и все.
И теперь с этим зомби справится первобытный горохострел. Бедненький, потому что я его не успел выставить. Уровни так быстро что-то кончаются, даже несмотря на то, что две волны. Привет, первобытный горохострельчик. Как себя чувствуешь? О, я чувствую себя прекрасно, Витку. О, я на третьем уровне уже, да? О. Да, ты у нас на третьем. Ты вообще красавчик. О, ну ладно, Витку, я не буду на тебя обижаться, что ты меня не выставил. Хорошо, не обижайся, мы... Да господи! Мы заработали пиньяту. И все? Только пиньяту? Сейчас посмотрим. Еще улучшение для послена. Он же ночная тень. Двойной звук. Точно! Мы же испробовали растение и теперь получаем его карточки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот это награды! Один кристаллик. Так, седьмой уровень. Что ты нам припас? Морской гаргантюа. Осьминожик. Всякие вот эти вот чундры, чучу... Откуда у меня уменьшающая фиалка? Привет, Винго. Дело в том, что я очень, очень сильно... Всегда хотела сражаться с тобой. И, в общем, я попала к тебе в команду. Примешь меня к своим растениям? Ты же вроде сражаешься с зомби, а я буду тебе помогать. Я, конечно же, приму тебя в свою команду. И даже улучшу на третий уровень. Вот это да. Но ты мне объясни, как ты здесь очутилась? Ну, я, в общем-то, в прошлом уровне была. Ну, просто ты меня не очень заметил, да? А, ты тот самый наемник, который нам дался в начале уровня. Да, именно. А ты что, не заметил меня, Витго, да? Я не заметил, потому что ты такая маленькая. Так, а ты волшебное растение, да? Ну, я вроде бы как, да, волшебное растение. Пустишь меня в битву. У меня есть идея получше. Что если взять всех волшебных растений и волшебную мяту? Это будет круто. Так давайте попробуем это. Но я не уверен, что именно в этом уровне это получится хорошо сделать. Так, волшебники, волшебники, волшебники. У нас... Во! Новый волшебный майский цветок. Я на самом деле не помню, как он называется. Еще у нас были где-то волшебные... Во, гипнокапуста. Ученая. Еще был гипногриб. Во, гипногриб, мы тебя берем. Ну, спасибо, Витго. Я рад, что ты меня взял. Я не подведу. Конечно, не подведешь, если мы тебе еще одну копию создадим. Имитатор, оказывается, тоже волшебное растение. Интересно, а что если усилить силовую лилию? Она даст сразу две суперсилы? Это интересно. Ладно, я хочу попробовать. А, Sun Production. Ладно. Придется оставить вот этот майский цветочек. И взять какого-нибудь солнечного. Ну, допустим. Раз у нас волшебная серия, это будет синевой цветок. Все, погнали.
Сколько волн? 4! Да это издевательство. А что если уменьшить зомби-карлика? Куда он делся? Куда он делся, растение? Он, по-моему, уменьшился до размера микроба. Так, мне это нравится. Уменьшающая фиалка, ты сюда идешь. Всех сразу. Вот это круто. Так, а, я думал, я ведьмин орешник не взял, а я взял. Круто. Заколдовали мы этого танцора, не успел он даже никого толкнуть. О, блин. Осьминопус. Ну иди сюда, осьминопус. А, стойте-ка. Осьминог не ест. Он кидает осьминогов. Ладно. Тогда его вот таким вот большим взрывом огреем. Не сработало, да? Я потратил солнышки зря, да? Которых и так немного. Так, гипнокапуста, ты где... Музыка опять поменялась, мне это не нравится. Что за волшебство тут творится? Давай быстрее, капуста! Ну ты и дура! Под усилением, не сработало. Гипногрипп, давай! Давай, родненький мой! Фух, на последнем издыхании. Отлично! Пока что держимся. Ладно. Пробили оборону, рестарт левела. План называется... Нам конец. Нет, план называется... Волшебство и орехи. И это не я придумал. Так, вот идут первые. Мы сразу же начинаем выставлять стены орехи. Потому что это нужно. Это замечательно, классно. Уменьшаем его. Дальше появятся трое. Их мы тоже уменьшим, но чуть попозже. Во! План волшебство и орехи сработал как надо. Теперь дедули жрут осьминогов, превращают их в суши. Орехи тормозят всех зомби. Но вот в чем проблема, эти танцоры, они, короче... Так, оттолкнем всех. Воу-воу-воу-воу-воу, вот эта волна. Я и забыл, что у Бобика такая суперсила. Так. Теперь еще капусту выставим. Теперь нам нужна поддержка. Перезаряжаем мяту. Чтоб была сила. Во, Гаргантюа загипнотизировали. Нормально. Самого мощного уже против себя. Фу ты, блин, против себя. Против своих врагов обернули. Просто уже у зомби нет ни одного шанса. Мы очень быстро всех гибридим и гипнотизируем, да. О! Заколдованный чертенок, что? Откуда он взялся? При этом он прыгнул на первую линию. Точнее, чуть ли не на первую клетку он прыгнул. Так! А вот так мы не договаривались. Я вас взрывных вообще не брал. Так, капуста давай. Цветная капуста давай, 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 давай. На тебя одна надежда, одна надежда. Короче, две линии мы потеряли. Из этих долбанных осьминосов. Как же я их ненавижу. А последнего-то она успела заколдовать. Ну ладно, одну газонокосилку потеряли. Цветная капуста, ты молодец. И 5 копеек, неплохо. Еще улучшение для сумеречной метательницы. Пишите, кстати говоря, в комментариях, стоит ли мне разблокировать тех, у кого для меня... Есть карточки. То есть, которых я могу разблокировать. Чтобы было как в китайской части. Не доходя до мира, уже есть растения. Во-во-во-во-во, а тот... А вот и тот уровень, которого я ждал.
Но он будет в следующем выпуске, окей? А пока ставьте лайки. Нифига тут растений! Это чё, мне жизнь придётся в этом уровне, чтобы их всех открыть? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И всем пока! Долбанная реклама. После уровней появляется. Я выхожу на карту, появляется. Я просто хочу перейти на другой уровень, появляется. Бессмертная реклама. Так, 8-й уровень, я запомню. Его потом проапгрейжу. Изменю как-нибудь, и это будет наш новый уровень.